Эбусуд, эфенди. А. Госпожа. Госпожа, простите. Добро пожаловать. Я так рад вам, госпожа. Спасибо, Эбусуд, эфенди. Простите, я не знал о том, что вы придете. Ничего страшного. Госпожа, прошу, садитесь. Зайнеп Хатун, я ненадолго. Госпожа, прошу вас, присаживайтесь. Для нас такая честь принимать вас у себя. Прошу вас, госпожа. Спасибо. Я решила заехать к вам по дороге в Старый дворец. Меня интересует, как идет подготовка к строительству мечети. Госпожа, я встречался с домовладельцами и торговцами на невольничьем рынке. Купля-продажа идет нормально по всем правилам. Я жду вестей лишь от двух домовладельцев и одного торговца. Но не беспокойтесь, госпожа, уже очень скоро мы и их уговорим. Отлично. Эбусуд эфенди, это строительство для меня очень важно. Я не хочу никаких осложнений. Если понадобится, заплатите им столько, сколько они захотят. Вы не беспокойтесь, госпожа. Пусть вас ничто не тревожит. Жена, давай подай чего-нибудь к столу. Госпожа, с вашего позволения. Госпожа, вы же знаете, нельзя купить ни одно жилище без согласия его законного владельца. На невольничьем рынке мы нашли одну женщину, такую скромную, но она не хочет ничего продавать. Нужно предложить ей вдвое больше. Видимо, причина не в деньгах, госпожа. Женщина просто не хочет продавать свой дом. Вы сказали, что им интересуется Хюрем Султан? Конечно, сказал. Правда, что бы я ни говорил, бесполезно. Она не хочет его продавать, и все тут. А обязательно нужен этот дом? Да, обязательно этот. Он ведь в самом центре района, а рядом еще и просторный двор. Поговорил с архитектором. Он сказал, если нам не удастся заполучить это здание, тогда строительство придется отложить. Выберу время и съездим туда вместе. Я сама поговорю с этой женщиной. Как прикажете, госпожа, конечно. Госпожа. Сюмбюль, одна женщина в городе не хочет продавать дом. Поскорее нужно ее уговорить. Это мы решим, госпожа, однако... Будьте внимательны. Приказываю, Фахрие, не отходи от меня ни на шаг. Ведь Шах Султан и Хатидже Султан точно решат воспользоваться моментом. Повелитель уехал, и они попытаются избавиться от меня любыми способами. Госпожа. Не переживайте, госпожа. Вам никто не причинит вреда.